Ого! Что это? Это вот этот слендер, что ли? Опа! Всем доброго, здорово, и приятного аппетита. Сейчас кушать с вами Юлия и Мишка. Всем привет. Ну что, наконец-то возвращаемся в игрушку под названием... Эмили была в актовом зале. Надеюсь, она все еще там. Как раз нам и туда и нужно отправиться. В общем, спасибо за поддержку, ребят. Если хотите поддержать этот ролик, то нажмите лайкосик и подписывайтесь. У нас много интересных игрушек. Так, у нас, в принципе, все с собой есть. Я не вижу смысла подбирать, так вижу уродов. Да, ну напрямую, наверное, не получится. Пофигу на них. Но посмотрим. Наверное. Вдруг все просто здесь. Ну, слушай, не пришлось. Пустили. Странно. Ну, короче, видимо, может быть, для исследования можно побегать. Да, да, тут, скорее всего, есть же, видишь, во-первых, эти кварцы. О, вау. Локация интересная. Красиво. Фига себе, тут актовый зал. Да, какой театр. Вон, кстати, видно, кто-то сидит. Это Эмили. Интересно. О, Эмили. Winterplay. Это какая-то злая шутка? Что-то музыка громкая какая. Так, здесь понятно, что все закрыто. А нет. Я думала... Пожалуйста, хватит! Эмили там. О, вот тут что-то есть. У манекена что-то в руках. Ключ, который нам нужен. Так что нужно будет проникнуть сюда. Ее там щекотят, что ли? Надеюсь. Так, нет, пожалуйста. Так, а нет. Здесь дверка? Оставьте меня в покое. Блин, тут что-то все везде заперто. Нам наверх, походу. Да, Миша. Но стой, с этой стороны там, мы не Миша, сможем. Там батарейки вон там лежат. Нам нужны, нет? Ну... Кстати, сюда в дверь можно зайти? Давай попробуем. Все тоже закрыто. Ну, значит, наверх, короче. Ну, понятно. Так, глаза. Глаз нету. Так. Может быть, знаешь, что надо смотреть еще вдруг где-нибудь, блин, по верхам каким-нибудь. Вот здесь еще, что ли. И здесь закрыт. Нет, смотри-ка. Проход. Страшно только идти сюда. Но нам сюда и надо, походу, что. Ага. Так, а здесь книжка. Ага, вот здесь еще один так, товарищ. А у нас есть как раз лишний. Оно как будто чего-то ждет. Сейчас посмотрим. Что здесь написано? Ага, пожар, шахта. Этот голос в репродукторе. Я не знаю, что делать, я не могу это вынести. Так, они даже не стали меня слушать. Должна вернуться, найти. Заперто здесь с остальными горожанами, в этой мерзкой ночлежке. Ну, короче, видишь, кто-то там под камнями. Видимо, может, это жена шахтера. Угу. Так, ну, ну что, давай а ей... сколько у нас здесь нужно? Так я не могу дать. Здесь нужно его найти. А, здесь? Ну, во всех случаях. А я думала, что в целом, ну, как бы, вот, есть не, у нас... Нет, ноль из одного. В рюкзаке. Поэтому нужно будет найти. Точно? Ну, точно, пусто. Угу. Но я к ней уже подошел, уже попробовал, это ничего не дало. Окей. И ребята, да, писали, что это, видимо, отразится каким-то образом на концовку. На концовку, да. Ну, уж тут что получится у нас в этом смысле. Как будет, так и будет. Так, здесь мы все обошли. Ну, явно проход-то где-то что-то... есть. Стой, Миша, а вот здесь мы были? Нет, вот тут. Так да. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Все просто оказалось. Ну, так, как здесь сказать, опять записка. Просто и сложно одновременно. Еще одна книга. Мы почти весь список тут заполнили. Почему они все время смеются надо мной? Что бы я ни делала, они шутят над тем, что или как я говорю. Словно я в кино, которое всем охота посмотреть. Угу, ну понятно, про буллинг опять какой-то тут начался. Угу. Хорошо. Так, Миш, будь аккуратен. Ничего хорошего. Что это... Так, лучше об этом не думать. А о криках Эмили нормально, да? Так, нам нужно, во-первых, здесь заряд. Надо будет, наверное. Что начинается здесь? Ага, здесь зарядилось. Так, это отражалка, все ясно. Угу, надо подвинуть. Опять же надписи, лузер. Так, такое. Как вот она только должна сработать? Еще причем плюс кнопка. Так, надо понять, куда она должна светить. Она включает автомат, так? Ага. Нам нужно вот сюда ее поставить, получается, чтобы смотреть из комнаты, где автомат. Я поняла, чтобы как можно быстрее бутылку взять. Так, сейчас.
Придвинем посильнее. Давайте вот так попробуем. Так, луч. Надо туч... надо отрегулировать, чтобы он точно попадал. Давай попробуем. Если что, ведь сдвинем. Так, здесь не дырка. Все, отлично. Все, пошел. Берем. Так, все, кнопку мы сейчас заюзаем. А тут можно, интересно, залазить на... Сейчас проверим. Так, отлично. Вот сюда на... А, проход здесь. Причем ее двигать какой-то можно. Ну давай, какая разница. Будем все изучать. Мы хотя бы можем карту посмотреть. Да, это в другой... Слушай, здесь тупик на самом деле. Да? Может там... Ну да, может что-то открыть или еще, а потом уже пойдем в туннель. Ну окей. Здесь... А что здесь? А для чего мы это сделали? А, видимо, отключить электричество чисто надо было. Ну, то есть загадка такая. Чтобы ты мог подлезть вот сюда. Потому что здесь, видишь, тоже вода была. Электричество, вон провод, да, обрезан. Ну да, значит, у нас ничего, кроме как сюда. Написано, мы видим тебя. Да уже да. Блин, эти туннели, ненавижу их. Ой, какая пещера, шахта. Шахта. Бред какой-то. Я все еще в школе? А, слушай. Поверить не могу, что тут есть целая шахта внутри здания. Согласен. Так вот, допью я тут, так скажу. Да, скажу. Пускай не пропадают. Открываем, значит. Опа-на. Что это за тварь? Что это за тварь? Еще не хватало нам невидимого монстра. Это после него, что ли, следы? Следы, да. А, или это они просто на воде? Блин, он не тупой. И не получается его... Так. Так, спокойно, без паники. Ну так, да, типа она такая неуязвимый монстр. В принципе, что мы сделали? Уничтожили глаз. И открыли эту дверь. Да. И мы теперь, значит... Ой, блин. Так, давайте их шугать хотя бы пока что. Так, вот здесь, по-моему, было, да? Да. Все, мы сюда проникли. Надо только смотреться, да, тут везде по сторонам. Вот так, здесь что-нибудь есть? Да, нам сюда, походу. Что-то там прям электричество тупик получается. Ой-ой-ой-ой-ой. Мама мия. Стой, а что на картине? Sci-Fi написано. А, Sci-Fi. Ну, нам не сюда, явно получается, нужно будет отключить электричество. Mm-hmm. Блин, теперь нас будет, как это, в Resident Evil постоянно преследовать этот невидимка. Так, ну видно, что проход. Вон она, все, блин, птичка. А, кстати, да, давай ее поджарим. Заберем. Так, сколько здесь всего птиц? Одна. А всего мы две взяли. А, или птички влияют на концовку. Я что-то уже... Ё-моё. Ну, короче, что-то влияет, ребят, но мы сильно не запариваемся, как вот, ну... Да, как выйдет, так выйдет. Да, если найдем что-то... Собирать это все то еще занятие. Надо как-то, получается... На... Там, смотри, там тележка, да, всё, которую посмотрю, надо... Что здесь? Видимо, а здесь вот еще тележки. Одна. Не, и там еще тоже была такая же. Может быть, этой тележкой прервать лучи? Давай попробуем. Не давайте. Да, кстати. А где еще тележка? А вон там тележка. Это ведь она, а, да? А, только тут я не смогу. Так, я... Ай. Давайте так. Чтобы электричества не было, сначала вот сюда. А, ну ясно. Берем вот эту. Погоди. Сейчас оно все да. Село. Теперь сюда. Куда бы нам ее? Вот сюда, наверное. Вот сюда ее надо будет, на это место, мне кажется, Миш. Вот на это поставить. Или можно вот сюда. Ну, вот смотри, туда. Здесь тоже сейчас перестать. А, стоп. Нет, типа поменять местами. То есть вот эту сюда поставить, потому что она по высоте достанет. Угу. Давай попробуем. Сейчас А это выше. Ее в другое место. Короче, это чтобы вверх не шел. Хотя эту можно что, вообще погоди. Не трогать, наверное. Так. Я не, как бы не совсем это имела в виду, но окей. Не, я просто хотел, чтобы вообще никуда электричество не шло. Здесь оно теперь не идет никуда. Вот эту, наверное, сюда надо поставить. Вот высокую, вот да? сюда. Ну давай. Так, тогда я должен убрать сначала вот эту куда-нибудь поудобней. И вот... Надеюсь. Так. Так, а вот. А надо, чтобы этой... с двух сторон не приходил, на самом деле. Да, то есть ее вот сюда поставишь. Вот так, да? Так. Все. Угу.
И мы пройдем. Надо будет сейчас возвращаться. А, ну можно и здесь. А походу. Там вот интересно, дверь это, ну как бы сюда нельзя никак пройти. Вот ту дверь. Ну, кстати, я не пробовал, когда перестала гореть. Ну, давайте представим так, что нельзя. Ну и ладно. Пойдем вот сюда. Нас ждут уже здесь, видишь? Конечно. А вот и ключ. То, что нам нужно. Так. Ключ, наконец-то. Держись, Эмили, я иду. Сейчас опять невидимка, 100%. Нет. Странно. Все, использовали. Вон она висит. Эмили, я тут! Жесть. Пленки. Так. Хм. То есть мы, типа, как защитница такая. Да, вроде как, да. Были. Ну, так как это наша... Какая уж она там? Ну, короче, родственница. Вырвал что-то я. Не знаю, нужно было это, не нужно было. Ой, кажется, мы кого-то сейчас... Парады. Разозлим, я думаю. Всегда, когда знаешь, ну кто-то же это... Точно. Half-Life пришел. Просто хотел сказать, кто-то же это сделал, приманил нас, получается. А, новую. Ого. То есть нужно будет отключать... Странно, хотел сказать, почему они... Оставьте меня в покое. А, почему они именно с камерой, то есть... Типа издевательство, что ли, как-то снимали на камеру или что? Ну, я к тому, что именно монстры олицетворяют они вот ну, я думаю, что-то или просто. Потом только ответ получим. Сейчас выткнем. Не даст, наверное. Нет, все получилось. Это здесь невидимый, что ли, монстр был или что? А, да видимый, просто он. Нам налево надо сейчас будет. Сейчас, погоди, да, вижу. Надо аккуратно. Да ё-моё! Ну, ничего страшного, у нас есть что хилить. Да он какой-то, кстати, я бы не сказал, что сильный это. Мочащий. Если ты хилок не подбираешь, то, скорее всего, ну... Эти хилок... Крайне недоволен. Задрожал судорог. Я больше не могу. А, еще камеры. Нас... О, три штуки, да? Жесть, ты что, офигел? Ай-яй-яй. Блин, ну так это еще и резко тут туда-сюдыкается. А мне вообще пофигу. Реально. Ну и что ты мне сделаешь? Давай. Я сейчас этих... Какая-то бесстрашная. Эмили, я тебе помогу, держись. Вот, надо было позже использовать, но вообще пофигу. Ну, может быть, конечно, чем больше он на тебе... О, кстати, вон хилка. Тем Миш, более. Миш, а вот это не надо отключать? Она отключена. А, отключена уже. Прости, я тебя отвлекла. Сейчас я жду пока. Вон бутылка, кстати, не знаю, помогает это или нет. Ну, убирай ты эту штуку. Ну, так мы можем вообще сигануть. Смотри, походу... Вообще, да. И дальше, ну вот, мы чуть-чуть и вон потеряли. Взять вот эту... Сейчас, погоди. Ингалятор. Он не увидит. Да вообще пофигу. Он сейчас, смотри, сколько отнял. Сейчас возьмем. Заставку просто. Так. Отлично. Где еще осталось? Вон. А как мы так мимо нее прошли что-то? Ну, мы пошли диагонали, мы с другой стороны шли. И все. Вообще пофигу, как говорится. Ну и что? Пролом. Так, это последний? Да. Делов. Сейчас он в Бэйна превратится. Ты, походу, он... Или нет. Сейчас. Перегрев пошел. Вся твоя машина сейчас сломается. На тебе, посраки. И так будет с каждым. Она уже сдриснула куда-то. Блин, и такая, знаешь, ее тут пытали, короче. А она, сейчас пофигу. Как это, живенькая. Ему конец? Ему конец! Дайте посмотреть хоть. Ой. Блин, а он высокий дядька. Хоть он и уже... Ой, ручища такая. Ну-ка, давай к лицу. Надо с той стороны пройти. Да блин! Эмили, ты в порядке? Оставь меня в покое. Оставь меня в покое. Не волнуйся, Эмили, все будет хорошо. Нет, не иди за мной. Не подходи. Ого. Нет.
Ну, еще не хватало чокнутых манекенов каких-то. Это вот та девчонка, которая стояла тогда, походу, помнишь? Сидела сначала за партой, она, а потом мы ее в коридоре на нас, видели. Да-да-да. Но, видимо, это отражение того, что Эмили на нас сагрилась. И мы... Ужас какой-то. Да я туда пойду. Если бы они меня поймали... Нет уж, Салли, не надо об этом думать. Нужно выбираться. Кстати, Салли. Я что-то не помню, чтобы раньше наше имя называли. Хотела сказать, понятно, почему она тогда говорила, что мне кажется, что Эмили от меня убегает. Ну, потому что она, видимо, воспринимает нас тоже как такую угрозу. Может, мы и есть угроза. Я думаю, нет. Просто, может быть, не сделали. А мне кажется, вот как раз... Хотя фиг знает. Я думаю, может быть, просто не все сделали, как бы, чтобы ей помочь, или она так нас восприняла. То есть, мы же, видишь, идем ее спасать. Ну, это понятно. У нас батарейки-то полные, да? Ну, относительно. Вот здесь внизу была батарейка. Я только и не помню, я, по-моему, отсюда пришел, или я уже... Ну, короче, я куда-то иду, ладно. Да, да, пойдем. И фиг с ним. И идется, и ладно. Кстати, фонарик в последнее время вообще не выключаю практически. Он же не тратится заряд. Ох, что-то жопа. Тут все совсем не так, как было. Я эту огромную статую никогда раньше не видела. Ого, они на нас поворачиваются. Да? Да. Ну-ка. Да, смотри, вот этот вот двигается. Здрасте. О, мамочки. Они ж хрустят. Класс, жуть такая, конечно, жесть. Стой, они прям реально. Смотрите. Стой, остань вот здесь, прям вот посередине. Жесть, прям четко видно. Ладно, хоть они стоят на месте, не двигаются. Так, явно нам... Так, батарейки. У нас же полный бак. Вот и выход. Выход перекрыт какой-то странной штукой. Конечно, чего еще можно было ожидать? Канарейка. Одну канарейку не хватает. Похоже на канарейку. Головоломка какая-то. Почему все должно быть так сложно? Глаза. Я долго с этой бутылкой буду гонять. А, Миш, здесь, кстати, вон проход есть. Ага. Ну, не знаю, пригодится, нет? О, смотри. Здравствуйте. О, май гад, о май гад, о май гад. Тут прям много написано. Чего тут? Хэппи, да, что-то про хэппи там было что-то написано. Мы счастливы, возможно. Так, а вот сейчас-то, может, мне пригодится это. Вон, но... кстати, она где? Эта штуковина. Да, ну как тут перекрыть? Вот здесь, во-первых, открыть надо. Булькает, не хватает маски одной. Ага, то есть если мы встретим... Ну давай откроем. А вот, стой, а вот эти все маски, они типа просто так, ну как бы... Да я-то откуда знаю? Ты меня спрашиваешь? Но они все такие криповатые. Стой, а вот сюда подойти? Ну отсюда выползли как раз на эту картину. А, ну да-да-да, точно, точно. Ладно. Давайте... Это, видишь, наш шорткат. Видишь, опять этих чушков не было. Да, это шорткат. Но нам пригодится. Надо запомнить про эту маску. Вдруг встретим. Кто знает, кто знает. Вон там еще проход. Что-то вот единственное, здесь много всяких проходов. Так, вон вот кнопка, ну такие... Лифт какой-то глючный. А не заблудиться бы. Это мы лифт не... включили, да? Да, но не особо-то он... работает. Так, а двери, Миш, здесь вот справа, вон смотри, вот дверь. Да, тут тоже что-то закрыто. Вот у нас единственный проход, который я вижу, это вот через этих славных так, ребят. Так, а вот тут тоже, да, все перекрыто. Мы ведь не отсюда пришли. Нет. Они тоже шевелятся? Нет, или нет? Не хрустят. К счастью. Ага, ого. Оу. А вот и загадка. Слушай, а дай посмотреть назад. Просто их тут как бы то ли изготавливают, то ли ой, что. Вон, кстати... Столько манекенов, что они с ними делают? Краска. Там он что-то горит. Да, их тут дофига. О, это маска. Маска. Пойдем, вернем, попробуем. Жуть какая. Пригодится, да? Ну давайте реально сходим, узнаем, просто интересно. А уж потом будем решать... Так, надо только вспомнить, где... Внезапно. Шикарно.
уничтожить. Тем более, хрясь по жопе. Вот отдыхай. Кстати, видно, что вон на этой статуе... Да-да-да, болячки. Скорее всего, нужно будет ее освободить. Так. Маска в каком-то кабинете была, только в каком? Вот здесь. А стой, мы где-то пролазили. По-моему, когда мы вылезли, да. Блин, вот надо же было забыть. Вот здесь, вот шорткат сюда. Шорткат был. Да. Можно в дверь, наверное, зайти теперь. Вот сюда. Так. Ключ от кладовки. Может быть, там найдется что-то интересное. А тут на карте... карту посмотрим. Кладовка. Может, это второй этаж, либо вот крестик как раз. Может, нам сюда и надо было? Хотя, стой, там загадка еще была. Так, получается, вот отсюда. Ого. Ого. Ну и жесть. Искусство. Это как я, если честно, вспомнила. А, вот нам и вентили нужен будет. Вау, смотри, какой Джокер какой-то. Так, вот нам бутылка, скорее всего, нужна, чтобы попасть по этому. Пойдемте за банкой. Жесть. Я вспомнила это, как а, его... вот еще можно открыть. Wednesday. Помнишь, там тоже картины всякие ну, да. рисовал? Не, здесь нельзя через шорткат пройти. Здесь, вон видно, да-да-да. А это, по-моему, как раз этот чувак, который светит. Может быть, может быть. Так, нам нужно... Вот. Угу. К счастью, далеко идти не пришлось. Ну, я не знаю, да козлина. Может быть, и нам не это нужно, но... Ну, попробуем, попробуем именно таким образом. Yes! Сработало! Нет. Так. Здесь что-то лежит, нет? Да я слышу как... Опа! О-о-о! Ё-моё! Миш, может выключить фонарик, или тут нельзя так сделать? Жуть какая-то. А как от нее уйти теперь? Ее можно убить? О, она рожу раскрыла! Блин. Так, нам надо где-то искать проход. Может, ее убить как-то можно? Ну, давай попробуем. Нет, она неуязвима. А вот здесь, вот сюда, вот сюда. И здесь проход. Жесть. Ари там дальше, сама по себе. Мы уходим. О, блин, она еще одна такая тут. Они а, те, это вот как раз они. Которые за нами бегали. Наш... Это нам вот сюда надо опять, да, или нет? Да, да. Спит. Ой. То ли как будто ты здесь, она говорила, или ну, что? Ну, я не слышал на это. Как будто are you here, она сказала. Или, может быть, ну, мне послышалось. Все, до свидания, женщина. У нас вентиль есть, можем развлекаться. Фу, надеюсь, здесь не появится. Хотя вот кто-то как будто смотрит. Так, ну опять. Любимая. А вот этот? Ну тут сейчас будем методом... Так, это у нас какие, получается, гасит? Да ё-моё. Уже неплохо. Этот верхний, да? Угу. Да, вот смотри, к ним провода идут. Да-да-да, вижу. А вот теперь еще раз. Хотя вот это не заработает. Ну, мы сейчас тут как-нибудь натыкаем. Только кто на друг друга из них влияет? Так, вот так. Снизу. Но это только здесь влияет. То есть он тут... Слушай, погоди! Ну что тут делаем? Все не должны загореться. Видишь, пары в одно место уходят, в другое место уходят. Здесь пар исчез, это хорошо. Нам нужно, получается, какие-то перекрыть трубы. А, блин, то есть... То сейчас мы тут, знаешь, сколько бы с тобой сидели. Получается, у нас еще здесь лестница. Это куда-то надо пришпандориться. Значит, надо залезть. Проход, наверное, вот здесь вот. Да, вот надо просто, чтобы здесь не работал дым, и все. Да ё-моё! Никаких больше здесь осложнений не должно быть. Отлично. Ну что, получается, должно быть... Что вот здесь перекрыться.
Так, все равно вот здесь. Так, стой. Отсюда где идет дым-то? Понять, кто источник здесь еще? Надо в верхний еще, чтобы не горело. Так, вот она... это мы решили. Осталось только ту еще дальнюю карту. Блин. Но... они друг на друга-то не сильно влияют. Теперь это загорело. Блин, что сложно, конечно. Сейчас, погоди. Во, все. Хорош, Миш. А там что-то на столе как будто лежало? Нет, или... там можно было фразу послушать, она бы просто сказала, нафига столько этих маникюров. А, ну все, ясно. Вот и лифт, на который мы попасть не могли. И снова загадка. Так, поворачивайте предохранители. Ну явно вот этот, да, крутим, вертим. Так, этот статичный. А нам надо так, чтобы он... Вот так вот, скорее всего, надо. То есть тут какие-то лишние могут быть просто. Сейчас разберемся. Все. Все. Ну да, видишь, он лишний получается. Ну и пофигу. Приехали, что ли? Да, наш останов. Или надо нажать. Единственное, мы не нашли какушку эту красную. Да, кварц. Ну ладно. Зато птичку нашли. Так. Художественный корпус так точно выглядеть не должен. Теперь тут прямо какой-то музей. Но как? Вон вижу глаз один. Вон что-то можно нажать, типа. Глаз как-то. А там кнопка... это что? Цепь. А. Статуя обернута цепями. Это что? Эй. Это как канарейка. Очень похоже на кусочек ключа. Но я отсюда не достану. Это что еще? Да это чушки опять эти. Ну, они не слишком, я могу сказать, опасны. I love you, говорит она. Давай побегаем, что теперь. Там еще вон монстр. Так, а здесь... какой-то. Сейчас, погоди, ко мне эта женщина бежит. Об стенку ударилась. Ошалела немножечко. Кстати, прикольно. Жалко, что она не сдохнет. Вон там дверь. Да, я понял. Сейчас пойдем туда. Развлекайся. А мы сюда. Блин. А мы не сюда. Так, здесь еще есть. Лестница. Можно залезть наверх. До свидания. Тут, наверное... она сгорит? Вряд ли. Паника. Давай, давай. Жучка, смотри. Мы тебе о, не достанемся. Ташка. Да ё-моё, всё. Это получается... один одна из... зоне всего. Тут их... немало. Ё-моё. Тут всё криповое, если честно. Так и есть. Вон там видно на что-то рисунке. Лежит. Так, блин, не дает камеру что? Отвести почему-то. Видимо, то, что нам нужно. Азот или что? А, хотя, может, да, жидкий. Да. Синий. Прекрасно, как раз то, что нужно. Вот тут еще. Вот, наверное, это мы можем теперь тушить. Все, теперь... ну, это понятно, короче. Ты можешь, да, вернуться там в какие-то локации, где не был. Так, а как менять-то мне вот на фонарь? Угу, все, я понял. Прикольно, чё. Ну, это да, то есть тут можно подольше в игре потусить. Интересно, как он заправляется или не заправляется? А вот в плане хороший электричества... вопрос. Да, можно, можно заморозить. Ну, понятно, теперь можно вообще класс. Здесь... глазище. Мы идем к вам. Надо сначала, наверное, их это потушить. Типа сделать обычными, а потом поджечь. А, их вообще их надо просто лопать так. А, давление упало. Все. Отлично. Тут нету ничего. Ну, я не наблюдаю, если честно. Отлично. Проход готов. Да, пошла в жопу.
Так, вот она. Ну-ка, а если ее? Ой, слушай, заморозилась. А ударить-то нельзя? Было бы прикольно, типа, уронить ее. С помощью огнетушителя, реально, и все. Ладно. Вот сюда нам, да, проход? Вот это зачем только здесь тушить? Чтобы лестницу отвести. Провести, да. Так, эта тварь заметила. Лестницу нам вот сюда явно. Так надо было... Сейчас мы ее возьмем. Она нас заметила, давай это. Сейчас, может, это наша бронь, понимаешь? Это наша бронь. Блин, звук она еще такой неприятный издает. Блин, а здесь из-за проводов-то я... Надо ее, это, тушить. Только не так, чтобы она нам помешала. Отдыхай. Студи свое. Да, то самое. Так. А мы пролезем? Как-то я не до конца, да, ширкнул. Печально, она отморозилась. Придется повторить... Сиди здесь, как говорится, и не рыпайся. Во. Во. Надеюсь, теперь сработает. Здесь еще как раз батарейки, хотя у нас теперь полный бак. Ну ладно. Блин, ну, она вон тут еще сидит, одна ждет. Тусит. Так, вон видно что-то слева. Ага, надо будет отвезти. Так, давай сразу же с тобой. Не самое странное, что я... А слушай, она здесь вообще... Ну-ка, стой, дай на нее вообще посмотреть. Так, а, погоди, вот стой, ты... извини. Ага, все. Встань вот сюда. Осмотрелась? Ага, да. Так, нам нужно зарядить, получается. То есть надо заморозить лужу. Погоди, на... Вот эту. И забрать эту фиговину. Да. Так, а тут что-то еще есть? Ну, давайте достанем для начала. И поймем, откуда нам... Струлять. Ну, судя по всему, что должно сюда попасть. Здесь зачем вот это все? И вообще, зачем нам издалека А, тут две. Две стороны. Видимо, вот отсюда и надо будет. Отсюда что ли? Как-то не... Да. Ну, я уж так, не знаю. Ой. Хм. А работает вообще? Миша, здесь не зарядилась как будто. Так и тут тоже. Ну, заряжается, но... Что-то не хватает. Так, видимо, все-таки как-то его по-хитрому надо поставить. Может, еще что-то здесь есть. Вот это зачем здесь проходит, мне интересно. Да, не ясно. Давайте посмотрим. А, заморозить вот эту штуку может. Ага. Или стой, или снять. Сейчас я понял. Давайте заморозим. Все. Ну, с помощью починить какую-то. Теперь я буду, знаешь, это как все замораживать. На всякий случай может пригодиться. Мне вот она не нравится, что он тут сидит. Перзит. Ну а теперь как раз можно заряжать. Мне вот эти рожи не нравятся. Ну и чё? А что не работает-то? Она, кстати, перестала двигаться. Всё, как будто. Да? Норм, мы здесь. Ага, глаз. Еще один глаз. Давай-ка. Успокаивайся. Тут получается... Не ага. Прячься, говорит Дот она. Хай. Ясно. Ура, дела-то двигаются. Если разбить последнюю цепь, она упадет. Не уверена, что это поможет, но... Очень хочется увидеть, как она разобьется на миллион кусочков. Кусочков. Так, это а вот это двигается штука. А, нет. Ну, это 100 пудов для камбэка сделано. И нам надо будет дальше куда-то двигаться. Только здесь опять же была вот эта чушка. Тварина. Да. Давай ее переморозим. Отдыхай. Куда только здесь идти. Сейчас выясним. Наверно. Блин. А нас... дверь не... У нас чем он должен открыться? А, ну слушай. Это мы отсюда приперлись. Мы же здесь были. Да. Мы по карте можем выяснить. Нам нужно попасть в совершенно другую часть. Нам может спуститься надо или еще что-то. Сейчас нас уже это здесь преследует. Тихо. Возможно, назад надо в каком-то смысле.
Где мы? Откуда мы пришли? Ну, возможно, с какой-то... А, мы с лифта пришли. Ну, это лифт вряд ли, да. Он вообще вызывается? Нет. А, да. Мне просто... Ох ты, ёх ты. Надо было тебя выгнать отсюда, да. По факту. Сейчас откроем тебя, выпустим. Вызываем лифт. Блин, идет еще одна казнь. Давай, давай, давай. Да господи. Да, блин. Ты отдыхай. А ты выходи. Выходи. Давай. Все отлично. Давай, 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 давай. Правда, придется их обоих как-то. Может, знаешь, что их? Может, выстроить? Да, линию, послать их в жопу, например. Иди, ори в другом месте. Фига, они шальные там. Так. Ну, подножие. Мы можем юзать теперь этот, как его, холодок наш. Огнетушитель. Он, кстати, да, вон туда для можем. Лестницы. Давай сразу же тебя успокоим. Понятно, ей весело без нас. Вот здесь можно как раз. Это чтобы, наверное... Вот сюда и... Ой, стой, я что-то потерялся. Я не туда хотел. Ах ты, козлина. А куда я шел? А я думала, ты наверх пойдешь, на лестницу. Да, я и хотел, я потерялся. Ё-моё. Вот сюда, я думала. Да, 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 да. Так. Ауч! Ауч! Все, теперь точно. Ого! Что это? Это вот этот слендер, что ли? Может пригодиться, да. Так. Трэш. Чем дальше, тем хуже. Так, тут вот дверь. Одна была слева. Так, вот здесь... О! А, ну, я уж тебя и забыл. Ну-ка, она Миш. Тебя заморозка. О, как он сильный. И подойти сзади его фонариком. Не, к сожалению. Ну, конечно, еще и ты сюда приперлась. Да, блин, я заглючила. Подбирать решила. Так, все. А ты давай простым способом. Ты тоже давай отдыхай. Так, кишка. Вон туда идет. Я говорю, тут может дверь. А еще глаз. Так. Сейчас, погоди. Обновим. Да не то. Так, погоди, что-то еще где-то. Я говорю, может быть, вот тут дверь была. Как бы вот здесь. Угу. Ясно. Сиди смирно. А вот здесь? Нам сюда, явно. Ого. Это еще кто там? Ступит. Там куча текста еще. Без башки какой-то. Нам вот сюда, наверное. Да. Блин, эти картины меня не меньше... Пугают. Ого, она отсюда, блин, была. О, жесть. Ох. Что, если я схожу с ума? Или уже сошла? Что если Эмили вообще не существует? Смотрите, это чокнутая Салли. Ей все еще чудится двоюродная сестра. Ей вообще много чего странного чудится. Совсем с катушек слетела. Так, вот и второй получается. Так, его надо этим. Канарейка будет у нас. Оп. Внизу. На первый этаж надо, значит, будет спуститься сейчас. Ой, кажется, перебор. Надеюсь, она по пути хоть парочку этих дурацких манекенов придавила. Вряд ли. Как будто шорткат здесь. Да, давай. Ну, это не точно. В любом случае... Нам лифт нужен, да, где-то был? Либо вниз. Или вот лестница, здесь, да. Они за нами прямо охотятся. Блин, вот их еще не хватало только. Просто бежим. Немного экстрима. А где-то же эта штука, да, блин, должна да. была упасть. Вы тут застряли, это, конечно, хорошо. Сиди вот тут, подумай о своем поведении.
Так. А, канарейка. Канарейка. Так, а мы же ее не подобрали. Да подобрали, она у нас да? в руках. Мне просто этот пристал. Так. Все, минус один. Сейчас еще с этим разберется. Все, разберемся. Давайте кто-то возьмем. Это, скорее всего, как будто на улицу вот. Возможно, да. Эмили, ты в порядке? Как ты туда попала? Не притворяйся, будто тебе не все равно. Ты такое же чудовище, как они. Чего? О чем ты говоришь? Нет, Эмили, беги, беги! Беги! Спрячься в спортзале, лезь на крышу, слышишь? Быстрее, я тебя найду! Что происходит? Почему она назвала меня чудовищем? Нужно спешить. Трещь. После всего, что я для нее сделала, вот это неблагодарность. Я ничего ей не делала. О чем она? Я всегда была добра к ней. Эмили всегда хотела дружить со мной. Но у меня были свои друзья. Я знаю, что ее обзывали, но это была просто игра. Чего она ожидала? Что я буду с ней каждый день нянчиться? Я неплохой человек. На этом и закончим. Узнаем дальше, что там произошло у них. Всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.